Корбин vs Ещ плохой, тявкает на тебя, лови его рандом. Ой. Если я где-то не прав, поясни. Да чё я тебе буду пояснять, господи, кто ты такой, чтобы тебе пояснял, блядь? Успокойся, блин. Сиди, отдыхай. Сейчас я, кстати, насчет этой темы выражусь последний раз, а то это коробок. Ой, коробок, коробок-то при чем, блядь? А Бобус взял, навалил кучу. Надо будет сейчас это все объяснить и закрыть это все просто. Закрыть это на ключ и забыть. Отталкиваясь, блядь, от той всей инфы, которую я располагаю по этому конфликту, я могу сказать следующее. Я могу сказать то, что конфликт себя исчерпал. Изначально даже, блядь, какой-то, блин, основы на это не было. Ну как, основа была — оскорбление. После этого, в принципе, после моего ответа, на это можно ставить крест, потому что это в основном даже не развивалось. Не было никакого продолжения, не было никакой интриги, не было никакого PvP, FTS и так далее. С моей стороны нету никаких претензий к Коробку. Если Коробок хочет что-то выяснить, если Коробок хочет что-то обсудить, если Коробок хочет что-то прояснить, он может это сделать, написав мне, блять, или сказав это где-то, что мне на стриме передадут, мы зайдем там в ТС и что-то порешаем, если его эта тема до сих пор интересует. Или зайти там через каких-то наших знакомых, там, Блади, там, через друзей, да, через Блади, там, он с Блади контачит, или через Паблуса, через каких-то наших общих друзей просто законтачиться и это решить, если ему оно надо, если он считает, что эта тема себя не исчерпала. Если он считает, что эта тема себя исчерпала, тогда мы эту тему просто закрываем и занимаемся дальше своими делами. А точнее, дальше вдвоем терпим Е6 в муках, в страданиях, в слезах, в употреблении всяких препаратов для поддержания организма, потому что этот танк изнасилует нас двоих, да он уже насилует, в принципе. Вот, поэтому, если вы хотите дальше раздувать эти всякие вот эти пожары, эти все подгоре, эти подгары друг на друга и так далее, просто прекращайте, мне на это не пишите. Эту херню пусть кто-то нарежет, и на этом мы поставим жирную точку с этой всей хуйней. Еще раз говорю, если Корбина интересует что-то доказать, что-то объяснить, мы сходим в ТС, поговорим и сами друг перед другом с понимающей ситуацией друг другу объясним. Друг другу объясним, что и как. Без вот этих ассистентов, которые приходят с одного стрима на другой, блин, какают совсем разные темы в донаты и при этом, блин, провоцируют и одного, и второго. Все, спасибо, с уважением.